Приветствуем вас на нашем канале. Иногда возникает необходимость извлечь звук из существующего видео и сохранить его отдельным файлом. Сейчас мы расскажем вам, как сделать это быстро, просто и бесплатно. Конечно, можно вытащить звук из видео через известное приложение iMovie, но это будет сложнее, чем вы себе представляете. Есть более простой и быстрый способ сделать это через другое бесплатное приложение. В App Store есть множество вариантов таких однотипных приложений, но лучше всего подойдет одно с названием MP3 Converter Plus. Оно доступно как для iPhone, так и для iPad, и им легко пользоваться. Давайте сначала установим его на iPhone. Заходим в приложение App Store и ищем по двум ключевым английским словам MP3 Converter. Вот так выглядит его иконка. Скачиваем и устанавливаем. Запускаем приложение, нажав кнопку «Открыть». Пролистываем несколько страниц с дополнительными функциями и рекламой и попадаем на главную. Нажмите значок «плюс» снизу в центре. Выберите вариант «Импортировать видео», «Import from Camera Roll» или «Импорт из фотопленки» в русском варианте. Предоставляем этому приложению доступ к своим фото и видео. Выберите нужное видео, из которого будем извлекать только звук. Коснитесь картинки видео иконки. Нажмите фиолетовую кнопку внизу. Должно появиться такое. Нажать фиолетовую кнопку, подписано словом «перерабатывать». Потом запустится видеореклама, которую надо досмотреть до конца, пока не появится крестик, чтобы закрыть рекламное окно. А это уже файл извлеченного звука, который имеет такое же название, как и изначальный видеофайл, но уже с расширением формата MP3. Затем можно изменить название этого файла, нажав карандаш. Также этот файл можно переслать удобным способом. Через любой мессенджер, нажав кнопку «Экспорт». Если же не надо пересылать, то этот файл по умолчанию сохраняется на iPhone iTunes. И уже в этой финальной папке, подписанной «Converted», вы найдете свой файл с извлеченным звуком из видео. Если вам интересны такие видео, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Благодарим вас за просмотр и за то, что поделились со своими друзьями. Им тоже будет интересно. До новых встреч!